Доброго времени суток, уважаемые телезрители! В эфире НВК ЦХ передача «Про авто 14». Мы обсуждаем темы и поднимаем вопросы, касающиеся правил безопасности дорожного движения. В студии работает Валерий Антонов. В течение следующих 25 минут вас ждет много новой и, главное, полезной информации. Итак, смотрите в сегодняшнем выпуске. Статистика происшествий, что случилось на дорогах республики за последнюю неделю. Скажи «нет» алкоголю, а не сотрудникам ГИБДД. Как проходит медосвидетельствование на состояние опьянения? Дело техники. Как и в каких случаях оспорить штрафы с камер? Про безопасность. Передвижные посты ДПС на дорогах республики. Повторение – мать учения. Правила дорожного движения в нашей студии проверит отличник культуры республики Саха-Якутия, ведущий мероприятий Сэмэдэй. И в начале выпуска предлагаем вашему вниманию краткий обзор происшествий на дорогах республики за последнюю неделю. За последнюю неделю на дорогах республики Саха-Якутия было зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 5 человек получили травмы различной степени тяжести, 2 человек погибли. Зарегистрировано 3 наезда на пешеходов и 3 столкновения транспортных средств. Количество дорожно-транспортных происшествий в республике по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 3%. Число погибших сократилось на 27,5%, число раненых стало меньше на 1,2%. ДТП по вине нетрезвых водителей за минувшую неделю не было зарегистрировано. Между тем, сотрудниками госавтоинспекции были задержаны и отстранены от управления 114 водителей, в том числе 5, севших за руль в состоянии опьянения повторно. За неделю к административной ответственности было привлечено 53 водителя, нарушивших правила перевозки детей. Напомним, что штраф за данный вид нарушения предусмотрен частью 3 статьи 12.23 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, составляет 3000 рублей. К счастью, за минувшую неделю ДТП с участием несовершеннолетних не зарегистрировано. Сотрудниками ГИБДД было раскрыто 26 различных преступлений. 18 ноября сотрудниками отделения ГИБДД ОМВД России по Алданскому району в ходе досмотра автомашины Subaru Legacy, следовавшей из Республики Хакасия в Магаданскую область, было обнаружено 35 литров вещества растительного происхождения, предположительно наркотического. Подозрение полицейских при проверке документов вызвало внешний вид и поведение водителя, и также находившегося в салоне транспортного средства пассажира. В настоящее время проводятся все необходимые процессуально-следственные мероприятия по данному факту, назначена экспертиза. 19 ноября около 21 часа вечера на 924 километре федеральной автодороги Вилюй в Сунтарском районе произошло ДТП со смертельным исходом. По предварительным данным, водитель 86-го года рождения, управляя автомобилем Toyota Carina, совершил наезд на 34-летнего мужчину, который от полученных травм скончался на месте аварии. Со слов других участников происшествия, погибший находился на пассажирском сидении другой автомашины Toyota Ipsum, припаркованной у обочины. Неожиданно, завидев свет другой приближающейся машины, мужчина открыл дверь автомобиля и резко выбежал ей навстречу. По предварительной информации, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Водитель автомашины Toyota Carina в результате ДТП не пострадал. Водительского удостоверения не имеет. Со слов, в момент ДТП ехал со скоростью 80 км в час. За последний год дважды привлекался к административной ответственности сотрудниками ГИБДД за нарушение правил дорожного движения, в том числе за езду без прав и управление незарегистрированным автомобилем. В момент аварии он был трезв. 21 ноября около часа ночи в дежурную часть отделения МВД России по Нюрбинскому району поступило телефонное сообщение о том, что на улице Манчара города Нюрба произошло ДТП. Сообщалось о пострадавшем. Предварительно установлено, что водитель автомашины Toyota Ipsum совершил наезд на мужчину 83-го года рождения. В результате происшествия пешеход с тяжелыми травмами был срочно доставлен в медицинское учреждение, где спустя некоторое время скончался в реанимации. Со слов автомобилиста, в момент наезда погибший лежал на проезжей части. Освидетельствование показало, что водитель был трезв. Все обстоятельства и причины обоих происшествий предстоит установить следствию. Не пополняйте статистику дорожных происшествий и списки нарушителей правил дорожного движения. Берегите себя и своих любимых. Соблюдайте правила дорожного движения. Алкоголь вреден для здоровья, однако еще большую опасность для жизни он представляет, когда под его действием водитель садится за руль транспортного средства.
Когда нарушитель останавливает, сотрудники ГИБДД просят пройти его медицинское свидетельствование на состояние опьянения. О том, как проходит эта процедура и что случается с теми, кто отказывается проходить такое медосвидетельствование, мы узнаем в следующем сюжете. Водитель должен знать, что сотрудник ГИБДД может предложить водителю пройти проверку на состояние опьянения. Но только в двух случаях. Если у него есть основания полагать, что водитель находится в состоянии опьянения, и если произошло ДТП, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, в котором в отношении водителя вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении. Для того, чтобы сотрудник ГИБДД зафиксировал состояние опьянения водителя, сотрудник ГИБДД должен зафиксировать состояние водителя. Это нарушение речи, запах алкоголя изо рта, невнятная речь и тому подобное. Первое, что должен сделать инспектор после принятия решения об освидетельствовании, это отстранить водителя от управления автомобилем. После инспектор предлагает водителю пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения на месте либо на ближайшем посту ГИБДД. Процедура проводится инспектором в присутствии понятых либо с применением видеозаписи с помощью алкотестера, который, в свою очередь, обязательно должен иметь свидетельство о поверке и иметь неповрежденную пломбу. Трубочка должна быть закрыта обязательно до применения. Алкотестер должен пройти освидетельствование. То есть сотрудник ГИБДД должен показать свидетельство о том, что алкотестер исправен. То есть у него должно быть свидетельство о том, что он прошел алкотест. То есть все должно быть зафиксировано, запечатано и так далее. То есть если сотрудник ГИБДД передает вам алкотестер уже с составленной трубочкой, вы имеете право отказаться. То есть сотрудник ГИБДД должен открыть вам перед вами вот эту трубочку, он должен обязательно быть в пакете, сделать контрольный выдох, вдох и уже передать водителю. После освидетельствования составляется акт, в котором отражаются результаты. В него включаются подписи о согласии или несогласии водителя с итогами. Водитель будет считаться находящимся в состоянии алкогольного опьянения, если концентрация этилового спирта в выдыхаемом воздухе превышает 0,16 миллиграмма на 1 литр выдыхаемого воздуха. Но имеются некоторые лекарства, которые также показывают промилле. Да? В этом случае обязательно надо иметь с собой выписку с врача о том, что вы пьете данное лекарство. Да? Но в некоторых лекарствах указывается в этом инструкции о том, что водить и так далее вам не рекомендуется. В этом случае они вас могут наложить штраф в этом случае. А помимо лекарств также могут показать промилле фрукты и овощи некоторые. Если водитель не согласен с результатами измерений, то инспектор должен предложить ему пройти медицинское освидетельствование, которое проводится в специальной медицинской организации врачами-специалистами. Если человек сам отказывается от алкотестера и медосвидетельствования, то в соответствии с законом его налагается штраф в размере 30 тысяч рублей, плюс к этому лишение прав от 1 до 2 лет. Научно-технический прогресс стремительно ведет нас к будущему, и вот уже сейчас водителям штрафы выписывают не люди, а компьютеры. Однако в любой системе есть свои недочеты. Так, камеры автоматизированной фото- и видеофиксации могут снять тень автомобиля на обочине, а не сам автомобиль, неверно зафиксировать нарушение из-за помех, или же вовсе компьютер может по ошибке выслать штраф несколько раз. О том, как оспорить такой штраф и при каких условиях это делать, мы сегодня разберем с нашим сегодняшним гостем. И наш сегодняшний гость – юрист юридической компании «Правовая Республика» Владимир Бурнашов. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте. Итак, как же все-таки можно, при каких условиях оспорить штраф с камеры? Если водитель получил штраф за нарушение правил дорожного движения, которого он не совершал, он может его обжаловать в течение 10 дней, когда он получил копию постановления на руки. Какие могут быть несогласия с данным административным правонарушением, если за рулем находился другой человек, неверно указано место нарушения, либо на участке дороги отсутствуют знаки, запрещающие остановку, либо отсутствует знак, который указывает то, что ведется фотофиксация, либо видеофиксация административного правонарушения. Если штраф перешел за автомобиль-двойник, либо также
Если штраф перешел несколько раз, то автовладелец имеет право обжаловать данное постановление. Угу. И что же нужно предпринять? И вообще, как проходит процедура спаривания? Куда нужно обращаться? Какие документы нужно предоставить? Расскажите, пожалуйста. Ага. Автовладелец может обжаловать данное постановление в течение 10 дней. То есть в течение 10 дней автовладелец должен написать заявление госавтоинспекцию, которая вынесла постановление об административном правонарушении, либо может через портал госуслуг подать, обжаловать. Вот с 1 сентября сейчас можно так сделать. Либо может через сайт суда. Но это если в том случае, если штрафы были выписаны с фотофиксацией, то есть которые автоматически компьютер сделал. То есть нужно будет прикрепить фотографию? Да, нужно будет прикрепить фотографию, то есть с тем, что он не согласен. Если там, например, тень упала за стоп-линию, то он должен указать в заявлении, указать фотографии, то, что это не его кузов машины, а тень. Также, если там другой автомобиль, но номер совпадает с егошним, то есть он должен все это зафиксировать, все должен доказать. И, конечно же, в заявлении должен указать об этом тоже все правильно. Угу. А если вдруг нарушение все-таки произошло, но компьютер выслал его несколько раз, и, к сожалению, с какой-то своей неусмотрительности этот штраф был выплачен все-таки два раза, хотя это был один штраф, можно ли такой штраф оспорить, и будет ли возврат средств, и в каком, в полном объеме или частично? Ага, если данный штраф был уплачен два раза, то автовладелец может вернуть денежные средства, которые он излишне уплатил. То есть он должен написать заявление в госавтоинспекцию, которая выписала штраф данный, да? А также указать там свои реквизиты в заявлении банковского счета, указать, должен приложить платежное поручение, как он оплатил два раза, и должен все это заявление передать в госавтоинспекцию, которая вынесла данное административное правонарушение. Его заявление будет рассмотрено и полностью возмещают денежные средства, которые были уплачены излишне. А если все-таки штраф уплатили, и уже потом выяснилось, что все-таки нарушение было вынесено неверно, можно ли оспорить в таком же порядке все это? Будет ли возмещение? Да, в данном случае он может, автовладелец имеет право вернуть все денежные средства, если он отменил постановление. По закону ему обязаны вернуть денежные средства в полном объеме. Угу. Владимир, вы сказали, что срок подачи заявления 10 дней. А что же будет, если вдруг опоздать и уже осознать и написать все, допустим, на 12-й, на 11-й день? Ага, если вот срок пропущен, 10-дневный, да, автовладелец имеет право восстановить пропущенный срок в соответствии КУАП РФ 30.3. Пункт 2, то есть уважительность причин он должен указать. Уважительность причин – это, получается, если он заболел, либо находился в нетрудоспособном состоянии, то он имеет право восстановить пропущенный срок. Это делается органом, который вынесло административное правонарушение, то есть госавтоинспекции могут восстановить пропущенный срок. Если также госавтоинспекции, если не восстанавливают, то автовладелец имеет право подать заявление уже в суд. Вот еще один момент интересный. Этот срок высчитывается с какого момента? С момента вручения копий постановления на руки. То есть, когда почтой отправляют заказным письмом, то надо в извещении поставить подпись. Если, например, автовладелец не получил, но штраф уже вступил в законную силу, то он может восстановить этот срок тоже, доказав тем, что он не получал копию постановления. То есть он должен написать заявление в госавтоинспекцию, то, что он не получал. А в госавтоинспекции должны уже сами разобраться, получал он или не получал извещение. Угу. А если письмо пришло на госуслуги, то есть с момента, как уведомление было получено тоже, да? Все равно, да, все равно. Да, по закону он должен, автовладельцы должны обязаны отправить письмом по адресу места регистрации. А, то есть в любом случае и на госуслуги приходит, и физическая копия тоже приходит? Да, да, должна прийти, чтобы восстановить срок. Также действует скидка 50% 20 дней. Это тоже можно восстановить, если автовладелец не был извещен о данном правонарушении. Большое спасибо, Владимир, за действительно полезный диалог, полезные советы, полезные инструкции. Дорогие телезрители, пожалуйста, не пополняйте списки нарушителей.
правил дорожного движения. Ничто не радует так, как безопасность во время поездки, особенно если она обеспечивается передвижными постами дорожно-патрульной службы, которые начали выезжать на дороги федерального и регионального значения в нашей республике. Как часто и с какой целью передвижные посты выезжают на дороги, мы узнаем в следующем сюжете. Дежурство передвижных постов ДПС на федеральных и региональных автодорогах Якутии показало свою эффективность. Особенно в зимнее время на безлюдных автотрассах. Так, к примеру, в начале этого года на Альчанском перевале автодороги Колыма в Аймекконском районе республики случилась поломка авто, следующего в Магадан. Вынужденная остановка на высоте свыше 1000 метров над уровнем моря при 50 градусах мороза едва не привела к трагедии. К счастью, на этом участке дороги нес дежурство передвижной пост ДПС. Инспекторы вовремя обнаружили сломавшуюся газель и оказали помощь ее водителю. Его обогрели, а аварийное авто отбуксировали в поселок Устнера. Схожий случай произошел на региональной автодороге Анабар. Значит, что же такое это передвижной пост ДПС? Это получается, на базе он автомобиля грузовика КАМАЗ, оборудованный всей необходимой специальной техникой для несения службы в круглосуточном режиме в отдаленных населенных пунктах от Якутска. Получается, там фургон разделен на отсеки, там есть душ, спальное место, место, где сотрудники могут приготовить себе пищу. В зимнее время фургон оборудован отоплением, то есть там в достаточно комфортном режиме можно нести службу. Борт автомобиля оборудован автономными средствами связи. Есть комплекс фото и видеофиксации нарушений ПДД и автомобильный цифровой видеорегистратор. Если нарушитель попытается скрыться, то данные автомобиля тут же будут переданы стационарным постам ДПС. С начала текущего года сотрудниками на базе передвижных постов ДПС осуществлено порядка 50 уже командировок, в ходе которых выявлено порядка 12 тысяч административных правонарушений. Сотрудники выявляют лиц, управляющих транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, лиц, не имеющих водительских удостоверений, нацелены на выявление и пресечение грубых нарушений правил дорожного движения. Напомним, что во время приближающихся новогодних праздников безопасность движения на дорогах Якутии обеспечивают передвижные посты ДПС. На базе вездеходных фургонов КАМАЗ они круглосуточно дежурят на автотрассах вдали от населенных пунктов. Помимо сил у ГИБДД, на федеральных автомобильных дорогах Лена и Колыма, в Нерюнгринском, Алданском, Тампонском и Аймекконском районах для оказания помощи участникам дорожного движения будут находиться оперативные группы МЧС. Ну и сейчас мы хотим приступить к нашей постоянной рубрике, в рамках которой известные личности проходят у нас в студии тест на знание правил дорожного движения. По традиции он состоит из 10 вопросов, и сегодня в нашей студии его будет проходить ведущий мероприятий Семетей. Здравствуйте. Добрый день. Что ж, вы готовы? Да. Хорошо, тогда мы можем смело начинать. Итак, первый вопрос. Угу. Как вы должны поступить в данной ситуации? Первое. Продолжить движение, не изменяя скорости. Второе. Снизить скорость и быть готовым в случае необходимости незамедлительно остановиться. Или же третье. Остановиться около автомобиля ДПС и продолжить движение только после разрешения сотрудника полиции. Ну, я думаю, это вот второй вариант. Снизить скорость и быть готовым в случае необходимости незамедлительно остановиться. Но, может быть, там он попросит, как понятого тебя, конечно, может остановить. Поэтому просто быть готовым. Но не обязательно останавливаться. Не знаю. Я вот так думаю. Хорошо. Принимаем вариант ответа. Идем второй, дальше. Да. Вам можно выполнить поворот налево только по траектории А. Первый вариант ответа. Угу. Второй вариант только по траектории Б. Или же третий вариант по любой траектории из указанных. Угу. Там у нас трамвай идет, да? Угу. Но так как у нас в городе нету трамваев, можно как угодно. Ну, давайте Б, вариант Б. Ну, хотя и А, и Б, мне кажется, нет. Б. Прямо и налево, это там же еще. И в итоге вы склоняетесь к варианту ответа? Два. Только по траектории Б. Хорошо. Вариант два. Водитель случайно проехал нужный въезд во двор.
Разрешено ли в этой ситуации использовать задний ход, чтобы затем повернуть направо? Первое – разрешено. Второй вариант – разрешено, если водитель управляет легковым такси. Или же третье – запрещено. Давайте скажем, разрешено, если водитель управляет легковым такси. Ну, на КамАЗе, конечно, обратно не получится. Не знаю. Ну, второй вариант. С какой скоростью вы имеете право продолжить движение в населенном пункте по левой полосе? Первый вариант – не более 40 км в час. Второй вариант – не более 60 км в час. И третий – не менее 40 км в час и не более 60 км в час. Не более 40 км в час, мне кажется. Хорошо. Они не уверены? Не более. Не уверен, но как приблизительно. Что ж, мы принимаем вариант ответа. По какой полосе вам можно продолжить движение в населенном пункте после опережения грузового автомобиля? Первый вариант – только по правой стороне. Второй вариант – только по левой. Или же третий вариант – по любой. Да, по любой. По населенному пункту после опережения грузового автомобиля. Хорошо. Принимаем вариант ответа. Этот знак предупреждает о приближении к перекрестку, на котором вы, первое, имеете право преимущественного проезда. Второе, должны уступить дорогу всем транспортным средствам, движущимся по пересекаемой дороге. Или же третий вариант, должны уступить дорогу только транспортным средствам, приближающимся справа. Второй вариант. Второй вариант. Мы уступаем дорогу всем транспортным средствам. Да. Хорошо. Продолжить буксировку можно. Первое, только в направлении А. Второе, только в направлении Б. Или же третий вариант ответа, в любом направлении из указанных. Только в направлении А. Хорошо. Можно хотя, только по направлению там А. Повозка, здесь мотоцикл. Ладно, на А. Давайте так оставим. Какой из указанных знаков информирует о начале дороги с реверсивным движением? Первое, А. Второе – Б или третий вариант – В? По-моему, Б, третье. Вы можете сказать, что такое реверсивное движение? Реверсивное? Ну, двустороннее, я так понимаю. Разрешено ли вам за перекрестком выехать на полосу с реверсивным движением? Первое – разрешено. Второе – разрешено, если вы управляете легковым такси. Или же третье – запрещено. Если управляете легковым такси. Второе. Разрешено, если вы управляете легковым такси. Хорошо, мы принимаем вариант ответа. И, внимание, последний вопрос. Такой сигнал рукой, подаваемый водителем легкового автомобиля, информирует вас о его намерении повернуть налево или выполнить разворот. Второе, о его намерении остановиться и уступить дорогу грузовому автомобилю. Или же третье, о приближающемся слева транспортном средстве. Мотоциклисты также же подают налево. Водитель, если у него там поворотники там поломали, или что-то еще руками указывает. Я так думаю. Что же, это ваш окончательный ответ? Да. Первый. Первый. Хорошо. Мы принимаем этот вариант ответа. Наш тест завершился. Как вы думаете, сколько вы набрали баллов? Ну, 50 на 50, наверное. Мне кажется, я 3-4 вопроса что-то был не уверен. Ну, хорошо. Сейчас посмотрим. Вопросами и убедимся. Было. Что ж, Егор, пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Сейчас будем проверять ответы. Сементе. Первый вопрос. Как вы должны поступить в данной ситуации? Сементе ответил правильно. Надо снизить скорость. И если что, если остановят, готовим. Должны будем остановиться. Второй ответ. Так, на этот вопрос Сементе неправильно ответил. В этом случае трамвайные пути попутного направления будут нашими левыми полосами. По А должны были проехать. Так, на этот вопрос Семетей неправильно ответил. Да? Можно двигаться задним ходом. Первый ответ. Двор не запрещает и одностороннее движение, если сзади никого нету, тоже не запрещает. На этот вопрос тоже ошиблись. Вот этот знак показывает минимальную скорость движения. Точно. Третий ответ будет. Так, на этот вопрос Семетей правильно ответил. В населенных пунктах, когда две попутные полосы, можно по любой. Этот знак у нас означает, что будет равнозначный перекресток. Точно. И должны были уступить помехи справа. Третий ответ. Семетей ответил на второй ответ. На этот вопрос правильно ответили. Знак запрещает двигаться
перебуксировки Б нельзя, можно только по А. Реверсивное движение, Саметай правильно ответил, В показывает, нас нету, но Москву скоро... вспомнил, да, в Москве ездил, да, вот такие. Так, на этот вопрос Саметай неправильно ответил. Неправда. Выключен светофор, реверсивный, и поэтому туда заезжать нельзя было. На этот вопрос Саметай правильно ответил. Он хочет повернуть налево. Так, и того, как Саметай предсказывал. Половина, да? Половина правильные, половина неправильные. Будьте бдительны на дорогах, соблюдайте правила дорожного движения, берегите себя и своих близких. До новых встреч в новых выпусках.